Коррупция. Она разъедает украинское общество сверху донизу и стала национальной бедой. Многомиллионные взятки, откаты, непрозрачные тендеры бюджетных закупок, вымогательство за всевозможные услуги. Это уже не примета, а повсеместная действительность нашего времени. Где причины и истоки этого позорного и убийственного для страны явления? Как его остановить? Об этом пойдет разговор в студии программы «Тема», которая выйдет в прямом эфире 12 октября в 14:00. С повторами в 19 и 20 часов вечера. Утренний повтор в четверг в 7:30. Собеседник журналиста Евгения Надиона, руководитель общественного объединения «Майдан Сычеслав Днепр» Виктор Романенко.